потенційні інвестори з Об'єднаних Арабських Еміратів вже втретє відвідали Миколаївський аеропорт. SkyOne – потужна авіакомпанія і має досвід, в тому числі, з будівництва та відновлення аеропортів в різних куточках світу. Але візит її представників викликав далеко неоднозначну реакцію, в першу чергу серед керівників області. Так вони прилітали чи ні? Ви бачили, да? Дивіться, стосовно того, що ви кажете, у мене є соціально-економічний план розвитку області. І до соціально-економічного плану розвитку області входить не тільки аеропорт, а входить і порт, входить і залізнична. Чому я кажу про залізничу? Тому що на залізниці сьогодні є, використовується вугілля, да? Але це дорого коштує. Воно не конкурентоздатне. Тому я це питання буду підіймати. І стосовно аеропорта, я повертаюся до цього, що аеропорт знаходиться в нашому перспективному плані розвитку. І у мене сьогодні є три компанії, я про це не хочу казати, які запропонували нам відбудову нормального терміналу. От. Чому це раніше не було зроблено і чому саме сьогодні хтось приїхав, я навіть про це не знаю і звертаю на це як на чутки якісь. Чому? Тому що якщо б хтось серйозний приїжджав, певно, ми б зустрілися. Нагадаємо, як один з варіантів відродження аеропорту Миколаїв, розглядалась його передача з обласної в міську власність. Але процедура не була завершена. Начались, скажем так, предложения инвесторов. Часть депутатов областного совета сказала, что все-таки аэропорт надо ставить в областной собственности и искать инвестора. Я вам скажу, что город со своим ресурсом мог бы запустить аэропорт. Но это была вот та работа, где летает 1-2 самолета куда-нибудь там в Турцию или еще куда-то. Масштабно запустить, чтобы сделать здесь грузовой терминал, грузовой хаб. На это нужны достаточно серьезные деньги. Я думаю, что на это город финансовым ресурсом не обладает. Поэтому альтернативы поиску инвестора, вопрос, мы это будем искать или будет искать город, нету. Хотя на данный момент губернатор озвучил о том, что он работает в этом направлении и у него уже есть определенные наработки. Но то, что произошло в аэропорту на днях с приездом, ну, для меня это как минимум странно. Причем эта странность, она имеет уже некоторую историю во времени, потому что еще когда в апреле месяце этого года я проводил открытое совещание по работе наших коммунальных предприятий, на котором, кстати, присутствовали и интернет-издания, и печатная пресса, и телевидение. Когда поднялся вопрос работы аэропорта, это, естественно, очень острый вопрос, поднялся депутат Иванунов и сказал, я не помню дословно фразу, но смысл такой, что уже ничего не делать не надо, мы уже все решили. Завтра приезжает инвестор, с которым мы подписываем меморандум. Инвестор – это хорошо, но сам подход меня не то что удивил, он меня очень сильно возмутил. Мало того, рядом со мной сидел Григорий Владимирович Ташлык, это руководитель профильной депутатской комиссии. Его это возмутило не меньше. Я задал вопрос. Инвестор – это очень хорошо. И тем не менее, как так происходит, что я как профильный зам губернатора и представитель органа управления, и рядом руководитель профильной депутатской комиссии и представитель собственника ничего об этом не знают. Что это за кулуарщина? Люди, если приезжают, они должны приезжать, они должны общаться с первыми лицами. И через время мы опять, ситуация повторяется вот с точностью. Опять приезжает инвестор, опять там депутат Иванунов, по моей информации, там нету ни руководства облсовета, там нету руководства облгосадминистрации. У меня вопрос, а с кем инвестор общался вообще? Мало того, я знаю, что депутаты областного совета, до меня уже доходит информация, тоже этим фактом очень сильно возмущены. И раздаются вопросы, а вообще, насколько в пределах своих полномочий действовал тот же директор аэропорта? Как можно приглашать инвестора и обсуждать вопросы фактически передачи контроля над аэропортом третьим лицам, не выслушав ни мнения собственника, ни мнения органа, в управлении которого находится аэропорт. Поэтому я думаю, что эта история будет, наверное, иметь еще свое негативное продолжение.
Миколаївщина – не єдина область, яка зацікавила бізнесменів з Дубая. Але наш регіон вони називають одним зі стратегічних у контексті розвитку інфраструктури та ще більш важливої справи – досягнення глобальної продовольчої безпеки. З цієї сили, ось цей регіон дуже цікавий нам просто. В основному, от ми думаємо про всеобщий підйом економіки. І от чому от именно под, ну, не подбирали его, то есть приехали посмотреть, что, чего, что мы можем здесь сделать. Ми тут для того, щоб зрозуміти, як ми можемо у співпраці з українською владою знайти інвестиції для розвитку комунікацій, економіки вашого регіону і, зокрема, аеропорту. Через аеропорт можна економіку піднімати швидше, ніж навіть сільське господарство. Тобто піде вложення на аеропорт, це автоматично на весь слоях бизнесах подъем экономики быстрее бывает, чем если мы начнем с сельского хозяйства, деньги доходят очень медленно, экономика очень медленно будет подниматься. То есть просто, конечно, бизнес-интерес есть, но считаем, что бизнес-интерес и в других местах бывает лучше, но это просто стратегически интересно просто. Но мы строили 10 аэропортов в Южном Судане. Если так сказать, да, мы строили, то есть с нуля, то есть в принципе, так что есть опыт и других стран тоже. Но, я скажу, что это один из больших проектов будет, потому что мы особенно не занимаемся только аэропортом, просто это не наш основной бизнес. Но сейчас мы занимаемся реально два аэропорта в Индии, такие же, ну чуть маленький уровень, чем здесь, да. Там тоже у нас задача не совсем аэропорт, просто вложение в аэропорту, чтобы на сельское хозяйство мы пошли. Хоча остаточного рішення про реалізацію проєкту ще не прийняте ні акціонерами Sky One, ні тим більше місцевою владою. Були представники ліцензії з холдингу, були, ну, час RAV, були представники RAV 3 изначально, то есть сейчас Sky One. То есть я вижу в них потенциал, тем более, что несложно ввести в интернет название компании SkyOne, и там любой гражданин Украины может прочитать о них, что это реальные люди, что они много лет на рынке, что они в авиации, так же самое и Cinsys Holding, то есть это серьезный холдинг, который занимается в том числе и развитием аэропортов, и строительством аэропортов, то есть все открыто, все в свободном доступе, мы ни для кого не скрываем ничего. То есть так же само, как SkyOne, он заранее предупредил о своем визите за определенно долгий период, для того, чтобы мы подготовили все необходимые документы разрешительные для их встречи. Что мы, собственно говоря, и сделал аэропорт в лице Андрея Семенова. Я со своей стороны, со стороны агентства развития, организовал их сюда приезд, встречу. Международный аэропорт Николаев очень интересен инвесторам разных стран, это и турки, это и Объединенные Арабские Эмираты, это и немцы, то есть они заинтересованы в предприятии, поэтому я думаю, что в ближайшее время кто-то из них в честном конкурсе, который будет проходить наверняка в администрации, в областном совете, войдет в предприятие и вложит средства для его запуска, при том, что средства на фоне области не настолько уж большие. А о каких суммах идет речь? Мы считали летом, это на август месяц этого года, это было порядка 16 миллионов гривен на восстановление аэропорта и получение сертификатов аэродрома и безопасности. Но без ремонта оборудования? Нет, это есть, понимаете, есть как бы, скажем так, есть перечень недостатков, которые указаны нам в виде предписания авиаслужбы. Вот мы посчитали, нам необходимо порядка 16 миллионов, чтобы локализовать и восстановить то, что мы должны восстановить. После этого приезжают представители авиаслужбы, проверяют восстановление тех пунктов, скажем так, предписания, которые мы должны были сделать, восстановили. Получаем сертификаты. Притом хочу заметить, что сертификат аэродрома у нас действительный до 2017 года, октября месяца. То есть в связи с отсутствием сертификата безопасности, сертификат аэродрома просто отозвали. Поэтому запуск аэропорта – это получение двух документов фактически. Я вообще всегда надеюсь, как-то так получается. Но дело в том, что вначале появился один человек, который проводил просто беседы с нашим руководством –
и в облсовете, насколько мы знаем. Но про облсовет мне трудно судить. Потом приехали двое, он приехал с представителем этой компании, они осматривали территорию, осматривали объекты наши и взлетную полосу в том числе. И теперь они официально, там уже с прошлой недели эта документация готовится, по крайней мере, к нам пришли заявки на пропуска, подавали документы в СБУ, все по протоколу, как положено. И, то есть у них была договоренность с облсоветом. А раз они уже на такой уровень, и если они написали в своем документе, что они готовы подписать меморандум о сотрудничестве, значит, что-то их заинтересовало. И мы-то сами искренне считаем, что у нас один из лучших аэропортов южного региона. Потому что еще в прошлой стране таких аэропортов закладывалось два на юге. Это был Николаев и Симферополь. Симферополя нет. С такой полосой мы остались одни. И с 2013 года уничтожение искусственное этого аэропорта просто должно заставить задуматься. При том, что мы обращались везде и к президенту, и к Турчинову, писали, били в колокола. В 2013 году у нас в мае месяце прекратил свое действие регулярный рейс Николаев-Москва. Этого одного регулярного рейса хватало на получение нам зарплаты, на обеспечение всех судовых процессов, прошлых директоров, которые они в свою пользу поворачивали. То есть этого хватало одного рейса. А когда этот рейс прекратил свое действие, то бывший на тот момент директор Базаренко искусственно, несмотря на желание других авиакомпаний зайти на этот же рейс, хотя бы на этот же рейс, это не было сделано. И просто, мало того, уже в мае регулярный рейс прекратился. Херсон в это время принимал до 30 чартеров в месяц, то есть ежедневно были чартеры. Он закрыл аэропорт, тогда действующий, с 200 человеками штата, и перевел, вот как сейчас, на режим работы один раз в неделю. Это объяснить было невозможно. И на тот момент мы, как трудовой коллектив, мы были в растерянности и не организовались еще для такой борьбы. И поэтому какое-то время вот это у него проходило. Но, правда, потом нам его второй раз поставили директором. Потом титаническим усилием в 2014 году сделали сертификат по БСПЭКе. Начал готовить его Образцов, будучи директором. Получили этот сертификат по БСПЭКе. Получили сертификат аэродрома, надо было продлевать уже дальше сертификат по БСПЭКе, просто продлевать, это было просто техническое, такая, технические условия, провести обучение, там, устранить ряд недостатков, и уже в 2014 году директор Милашич это искусственно не сделал, предупреждала ДРШ авиаслужба, они тянули до последнего, они сами хотели, они не хотели терять такой аэропорт сами, как свои кадры, и были вынуждены остановить действие сертификата аэродрома. 15. Да, с февраля 2015 года это все было искусственно сделано. Як повідомила нам керівник профкому підприємства, борги із зарплати перед працівниками аеропорту складають близько 4 мільйонів гривень. Сьогодні в штаті 53 особи, але якщо аеропорт оживе, фахівці одразу повернуться. По приказу, да, у нас выход раз в неделю, по вторникам, но это уже с 1 ноября мы перешли на такой режим. До этого было два раза в неделю, по необходимости, когда нам нужно, тогда мобилизовываются все и выходят. Допустим, у нас летом была ситуация, тоже ждали, что кто-то нами заинтересуется. Также нам надо было обеспечить собственную безопасность по территории. Поэтому все выходили, приходили с утра, выходили на периметр и строили забор из того, что есть, подручными материалами, своими силами. Рыли ямы, бетонировали, цементировали. В таком режиме мы проработали два месяца, это было ежедневно. И 1,5 километра забора восстановили. Если бы хоть кто-то из предыдущих 10 директоров хотя бы в год 1,5 километра делал, то наши 10 километров периметра были бы готовы. Но, увы и ах, у нас этого не было. С сентября 2013 года
Облсовет нам, несмотря на наши непрерывные просьбы, задолженность так и не погасил. С момента назначения директором ЖЭЛа Константина Владимировича 11 апреля у нас задолженность увеличилась вместо 1 200 000 по зарплате. За это время она увеличилась на 190 тысяч. То есть он по возможности привлек всех арендаторов, должников, которых можно было привлечь, выплачивал зарплату практически в полном объеме за этот период, за свой. Тот же ЖЭЛа провел работу с коллективом, и ряд сотрудников согласились уволиться для того, чтобы не наращивать задолженность и в связи с отсутствием объема работ. То есть на сегодняшний день, если аэропорт открывается, наш коллектив буквально в течение месяца может увеличиться с 53 человек до 150. То есть люди готовы, люди ждут и надеются на то, что в итоге они смогут работать по своей непосредственной специальности, которую они получали и на которой проработали тут по 20, 15 и более лет. С апреля месяца, когда мы зашли на территорию предприятия, когда меня назначили руководителем, значит, мы, можно сказать, в прямом смысле закрыли ворота. То есть закрыли ворота, почему? Потому что здесь титанически все вывозилось, все резалось и так далее и тому подобное. То есть, ну, понятно, что долгий период времени, это не месяц, не два и не год длилось. Значит, первая наша задача стояла сохранить максимальное имущество предприятия, то, которое осталось, усилением охраны, перекрытием периметра ограждения, что мы сделали максимум, что могли, перекрыли направление 228, это Баловная, самая горячая точка была, куда и заезжали фактически машины с прицепами, резали и выезжали. То есть дальше проработали штат, минимизировали, оптимизировали то количество людей, которое было, максимально сократили, оставили ключевых. На 70% это, конечно, представители охраны, и 30% это те, скажем так, штатные единицы, без которых функционирование предприятия даже в таком формате невозможно. Дальше привлекли, скажем так, максимум дохода с аренды, пересмотрели все договорные отношения наши с собственниками тех бортов, которые на сегодняшний день стоят, увеличили фактически вдвое, то есть доход от их стоянки. Те, которые не хотели платить, скажем так, юридически, мы со своей стороны все сделали для того, чтобы они зашли на предприятие и начали все-таки оплачивать за те услуги, которые мы им отказываем. То есть мы повысили, скажем так, сократили расход, повысили доход. То есть с апреля по сентябрь месяц мы заплатили 600 тысяч текущей заработной платы, порядка 190 тысяч потратили на хозяйственную деятельность, это забор в том числе и восстановление тех единиц техники, которые необходимы для запуска предприятия и его функционирования. Это и снегоуборочные, это и обслуживающий транспорт, взлетно-посадочную полосу, а также воздушные судна. Значит, вышли впервые за долгое время на оплату текущего расхода электричества, так как много информации ходило разной, что аэропорт выключают, аэропорт отключают, то есть это так, слышал звон, да не знаю, где он. То есть, ну, по-другому никак не скажешь. То есть на сегодняшний день никто никого не выключает, мы оплачиваем, конечно же, экономим, конечно же, сократились в расходе. Світлана Валішева спростувала інформацію про те, що в Миколаєві не залишилось фахівців, здатних відновити систему безпеки аеропорту. В 2006 году, после 3 лет отсутствия на тот момент, сертификат был получен благодаря Бавольскому Сергею Владимировичу, который его делал, поддерживал, восстанавливал на тот момент и поддерживал уровень безпеки в последующие годы. На сегодняшний день он уже, ну, по крайней мере, с апреля месяца, он работает в аэропорту Николаев, занимает свою должность первого зама по безпеке и занимается подготовкой. Документация вся на сертификат на сегодняшний день готова. Там единственное, что нужно, это финансовые вложения, которые необходимы для этого, и он будет получен. Так что эта информация о работе в аэропорту Херсон не соответствует действительности вообще. И никогда он там не работал, хочу добавить. Буквально за два дні після візиту цих потенційних інвесторів на засіданні сесії Миколаївської обласної ради стан аеропорту розглядався, хоча й доволі поверхнево. Слово Демченко Тетяна Васильовна на запитання.
цьому пункті проекту рішення зазначено про те, що ми затверджуємо стратегію розвитку комунальних підприємств взяти до відома. Скажіть, будь ласка, так що ж нам взяти до відома по тих комунальних підприємствах, які поки що дихають? І особливо, звичайно, всіх цікавить ситуація по Миколаївському аеропорту. Так де ж стратегія? Розкажіть, яку ж ми стратегію беремо до відома? Доведіть до нашого відома оцю стратегію, будь ласка. Вона там приложена в отчеті. Эту стратегию разрабатывали специалисты аэропорта так, как они ее видят, вместе с трудовым коллективом. Доведіть до відома депутатского корпуса стратегию развития коммунального предприятия. А что там где лежит, это дело десятое. Вы вышли на трибуну областного совета. Вы хотите, чтобы я ее зачитывала? Скажите в нескольких словах, своими словами, если вы уже познакомились с директором аэропорта и запомнили его фамилию, то скажите, пожалуйста, какова стратегия развития наибольшего коммунального предприятия Николаевский аэропорт, который находится, насколько нам известно, в полном упадке? Могу двумя словами сказать. Пожалуйста. Это поиск инвесторов. Скажіть, будь ласка, а рішення сесії вам невідомо, яке останнє має місце Миколаївської обласної ради по даному комунальному підприємству? Ви маєте в виду передачу в город? Я вам задала вопрос, а не ви мені. Какое последнее решение по данному коммунальному предприятию принималось в сессионном зале? В сессионном зале по данному коммунальному предприятию принималось про надання згоду на передачу майна коммунального предприятия на баланс городской коммунальной власти. Чому воно не виконано і яке ваше бачення? Воно буде виконуватися, не буде виконуватися? У цьому заключається стратегія? Хорошо, там була оговорка. Якщо буде знят арешт. На сьогоднішній момент йдуть суди, і арешт ще не знят. Тому я вам сказати не можу, буде воно виконано чи не буде. Будь ласка, слово Івану Нігру Володимировичу. Смотрите, я считаю, уважаемые коллеги, что о розвитку каждого коммунального предприятия в частности должен доповідати непосредственно его руководитель. А начальник управления коммунальных предприятий, я считаю, что не может быть компетентным во всех направлениях наших коммунального предприятия. Поэтому, если мы хотим слушать стратегию развития, то мы должны заслушивать каждого руководителя в отдельности. На то они и являются руководители, чтобы знать стратегию доверенных им предприятий. Спасибо. Шановні депутати, є ще запитання, по запитанням зрозуміло, у кого є ще бажання виступити і хто бажає записатися на виступ щодо цієї доповіді. Демченко Алабін, будь ласка, Тетяна Васильівна. Я, по-перше, дати слово людині, яка представляє колектив. А по-друге, я пропонувала доповідачу не так легко ускальзувати від прямої відповіді на запитання, що буде з Миколаївським аеропортом. Просто зіслатися на те, що от там рішення судів. Ви підготували аналітичну записку на голову Миколаївської обласної ради, яку, до речі, підписав виконуючий обов'язки губернатора на той час, коли ви підготували цю аналітичну записку. Там серйозні фінансові розрахунки по даному комунальному підприємству, які обраховуються навіть не десятками мільйонів. І ми так легко зіскользнули з цього, розказали, що все в руках судів. Тому пропоную, по-перше, дайте людині слово, а по-друге, дайте відповідь, ваше бачення по Миколаївському аеропорту. Якщо ви некомпетентні, то ви скажіть, що ви забули, що ви писали, і ви некомпетентна людина. Дякую. Будь ласка, включіть мікрофон на представнику КП «Міжнародний аеропорт Миколаїв». Уважаемые депутаты, с момента решения, проекта решения о передаче в городскую собственность у нас произошли некоторые изменения. В частности, с апреля месяца у нас был назначен директором ЖЭЛа Константин Владимирович, который показал, что мы можем без финансирования и без помощи какое-то время существовать. Он за это время сэкономил 1 200 000 гривен в бюджет, потому что провел разумную кадровую политику и сократил фонд заработной платы. И
смог выплачивать текущую заработную плату. С апреля месяца мы получали деньги. Мало того, он начал платить в облэнерго. Если в летний период это для нас было хоть как-то возможно, сейчас, когда плата в облэнерго составляет треть фонда заработной платы, мы с 1 декабря рискуем вообще прекратить деятельность. И мы, 53 человека, просто можем перейти, это не угроза, а просто как предложение, под стены обладминистрации, потому что в аэропорт нам ездить без тепла и без света будет просто незачем. Поэтому в этом же плане стратегии развития были два варианта. Это поиск инвесторов и помощь облсовета и обладминистрации аэропорту. В апреле месяце на собрании трудового коллектива уважаемый депутат Барна Федор Петрович убедил наш коллектив, что зарплата им не нужна, а нужно просить деньги только на развитие. И тогда звучала цифра 7 миллионов гривен, которую обещали рассмотреть на сессиях. Эта сумма и эта цифра рассмотрена не была ни разу. Но мы показали и доказали, что своими силами мы восстанавливали периметр, мы принимали возможных инвесторов, мы проводили огромную работу за эти полгода, и поэтому мы показали, что мы можем работать. Или окажите нам возможную помощь, или помогите в помощи инвесторов в поиске. Потому что уже 4 представителя инвестиционных групп за летний и осенний период посещали аэропорт. Дякую, будь ласка, Лінтера, відповідайте. Відповідь. Ну, это поиск инвестора. И если есть возможность в областном бюджете, в чем я очень сомневаюсь, выделить то, что просит аэропорт по своим расчетам. Это 13,7 миллионов гривен. Дякую. Депутат Лабін, будь ласка. Коллеги, я, во-первых, своему коллеге депутату Иванову хочу напомнить о том, что Ольга Викторовна работает у нас начальником управления в департаменте экономического развития. Никто иной, кроме как этот департамент, не должен формировать стратегию развития предприятия и ее погоджувать с теми руководителями коммунальных предприятий, которые у нас есть. Это основной застрельщик должен быть в этом вопросе. У нас еще орган управления есть аэропорта. Это управление инфраструктурой. Я говорю о всех подчиненных вам подразделениях. Я звертаюсь зараз до колег и Татьяны Васильевны Демченко, до Лабіна, до інших. Я прекрасно розумію ваші емоції щодо відіної. І якщо пам'ятаєте, на попередній комісії я особисто її висловлював дуже багато зауважень. Але давайте бути чесними перед собою. Не вона сьогодні определяє стратегію. Не вона. Вона навіть не начальник департаменту, вона начальник управління складу департаменту. Керівний орган, вона ж сказала, ніхто не хотів слухати. Управління інфраструктури. Ну, ні. Департамент економіки, ні, а керівний орган аеропорту, не входить в состав департаменту. Управління інфраструктури самостійна одиниця. Я хочу сказати за те, що по великому рахунку тут должен стояти чи заступник губернатора, або чи навіть він сам. І про це говорити. Тому що відділено, ми зараз можемо сказати, що хочеш, але вона не вирішує жодне питання. І кожен в цій залі це розуміє. Дякую. Дякую. Шановні депутати, пропоную, які пропозиції до проєкту рішення? Демченко, будь ласка, мікрофон. В першому пункті, там де ми говоримо про те, що звіт взяти до відома і стратегію взяти до відома, я пропоную слова «і стратегію розвитку взяти до відома» вилучити. Нема ніякої стратегії і нема ніякого відома. Тим більше, що ми слідуючими пунктами говоримо про те, що вважати за доцільне надати стратегію по ряду комунальних підприємств. Я погоджуюся роботу визнати незадовільною, вона не тільки незадовільна, вона взагалі ніяка управління. Я погоджуюся із пропозицією колеги Луста і пропоную в пункті 9 обласній раді не повторно заслухати звіт начальника, а обласній раді на слідуючій сесії, на наступній сесії обласної ради заслухати керівництво облдержадміністрації відносно стратегії розвитку комунальних підприємств Миколаївської обласної ради. І, будь ласка,
давайте пропишемо. Якщо облдержадміністрація те, що записано, підготовлено в пояснювальній записці виконуючого обов'язки губернатора Боня, вважає за необхідне підтримати ті чи інші комунальні підприємства матеріально, грошовими ресурсами, так де ж проекти рішень, де подання? Там тільки одне, що ви власники, хто читав цей пасквиль, то там написано чесно, чітко ясно, що ви власники і, шановні, відповідальність на вас. Хочете на депутата? На обласній раді. Тому, шановні, ми вам делегували повноваження по управлінню комунальним майном. Воно поки що однозначно законні, ці повноваження. І якщо ви десь пропонуєте стратегії когось підтримати, так чому таких подань немає? Вважаю це технічною помилкою пункту 2 проєкту рішення. Визнати роботу щодо управління комунальними підприємствами спільної власності, визнати роботу облдержадміністрації щодо управління незадовільною. Да, будь ласка, заступник голови облдержадміністрації Бонь В'ячеслав Валентинович. Можна заслушувати отчет Іванова, признати неправильну роботу Петрова. Ви голосуєте за те, щоб я вийшов, прозвітував, або керівництво? Будь ласка, голосуйте. І коли я вийду, доповім, тоді ви мою доповідь будете признавати незадовільною. А зараз, будь ласка, виносилось питання щодо роботи управління, голосуйте щодо управління. Перспектива – це все-таки поиск інвестора. В идеале, действительно выстроить работу так, чтобы этих инвесторов было несколько, и провести между ними открытый конкурс. Тогда мы получим максимально выгодные для себя условия. Хотя, естественно, если инвесторов много нет, то, наверное, можно согласиться и на одного. Но это должен быть реальный инвестор, который приходит и который для себя как минимум понимает, с кем надо вести переговоры.